И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Лисик, Санек, Фуфло какое-то и Тучка, Денкинг энд Фаер, ОЛТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, смотрите, какой у нас классный гигантский воздушный лабиринт. И будем выживать от монстров Poppy Playtime. Если спеть, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1, погнали. Быстрее, бегите все на лестницу. Быстрее, Лисик, ты умрешь сейчас. Лисик, давай, я в тебя... Ну да. Ё-моё, мы уже научены, да, пацаны? Сразу все побежали по лестнице. Сразу видно, опытные собрались. Ребята, настроение просто отличнейшее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в Инстаграм, в Дискорд, пообщаемся, поорём. А в Инстаграме можете увидеть, как я живу. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Прокачанный челик. Так, он уже ближе, Я слышу этот запах монстра. Ну, блин. Так, их уже двое, вы же помните? Да. Да, Лисик сразу слил в начале. Ну что, давайте по старой схеме бежим вверх, будем вверху здесь троллить. Ну вы же понимаете, этот монстр настолько быстрый, что вверху не получится особо повыживать. Придется по лестницам вот так бегать. Еще хочу сказать, что у нас стоит реалистичный урон от падения. Так что попадать не получится. Кто упадет даже вот с такой маленькой высоты, вот туда вот, сразу минус 100 хп. Надо быть очень осторожными. Ну такие, как мы и Стучка, мы же профессионалы. Ну, понятное дело, ну что такого? А если я сяду на край и встал, я потом не упаду вниз? Нет, я рисковать не буду. Я боюсь. Не рискуй, не рискуй. Совершенно верно. Он уже выше! Пацаны, смотрите, вот он! Не, мне по лестнице только грохит какой-то. Я знаю, поэтому я не хочу за него играть, но чувствую, придется. Я боюсь! Не бойся! Так, подождите, он идет сюда. Значит, мы идем сюда. Блин, так куда он идет? Он упал, что? Где он? Эй, ты, черепиздрик, ты где? По лестнице они бегают просто убогничество какое-то. Круто. Так, а где Лисик? Я не вижу. А вон она поднимается вроде. А! Нет! Ну нет! Ну нет! А я споткнулся, там какая-то муха. Ну блин! Да и ладно, я подался специально. Ну ё-моё, боже. Самая дебильная смерть, которая могла быть. Ну и ладно. Мы же вроде профи были, ты чё? Да я, блин, там кто-то плюнул на край. Я споткнулся. Ну блин, скользкий... Вы что, умираете тоже, пацаны? Блин, ребят, это будет быстрый раунд, где все сливаются очень быстро. Ага. Так, ОЛТВ, ты где? Я за летучкой бегал, он тут снизу. Хорош. На предпоследнем этаже. Я бегу помогать тебе. Ё-моё, что он бегает, как кусок монстра вонючего. Я его почти убил. А сколько уже монстров у нас? Ого, сколько уже? Да, и Тучка. Давай. И жопа вонючая, зашитая. Тучка умер. И Тучка упал. А вы что, все умерли уже, все? Нет, я еще и Дэн жив. Хорошо, понял. Нет, стой. Я не умер. Я когда быстро спускался, я умер. Так ты определись, умер ты или не умер. Я совсем так сказал. Я умер. Где они? Да, блин, у меня хвост закрученный, застреет. Я Кингфайра вижу, он наверху. Так, я поднимаюсь. Вот, я вижу его. Ну что, щенок, я должен тебя убить. А ё-моё, ну управление не очень. Ах ты ж жипа. Так, пацаны, давайте я, короче, здесь сторожу одну лестницу. Иди на другую лестницу. Ну куда ты полетел вниз, мы же команда. Вот, я его вижу. Все, он не убежит. Ребят, ну я же должен его убить, полюбас. Все? Нет, вот он. Так, я бегу. Давайте. Обманул! Все, полетел вниз! Молодцы. Че, всех убили? Нет. А еще один есть? А где он? Дэн, эй, выходи, подлый трус. Дэн, выходи, ты уже победил. Все, давай, ты выиграл. Уходи, ну все. За мной и так уже бегали. Ну все, Дэн, давай ты начинаешь. Дэн, мы готовы, можешь начинать. Нет. Да. Нет. Давай, Дэн, мочи всех. Ты сможешь. Я еще не прибежал наверх. Я уже туда. Самый огромный минус, что они очень медленно, когда залетают на лестницу. Но это не сильно и мешает для того, чтобы убивать всех чуваков, которые здесь на карте. Где Дэн? Ой,
ЛТБ, привет! Кстати, это был самый быстрый раунд на этой карте. Быстрее еще так мы никогда не сливались. Но я умер тупо, вообще-то. Я тоже. За монстра. Но я как бы спасался, поэтому умер. Правильно. Потому что мы все поддались. А, мы совершенно верно. Все, я манал возле края прям стоять, а то опять споткнусь. Давай я к тебе приспокнулся. За компанию стою постоянно. Не, он поскользнулся. Я буду на картофанах вот так. Так, давайте чекать, где этот вонючий монстр? А вы его видите? Я его не вижу. Тоже. А, вон он. Вижу. Так, возьмем камеру в руки, будем делать офигенный гигантский зум. Вот это у меня зум. Я сейчас специально буду стоять возле Димы, чтобы его убили первым. Нет. А он внизу, вон там. А я сейчас буду выигрывать победителем, увидите. Я сейчас выиграю всех. А вот его сам внизу почти. Он упал? Нет, он поднимался медленно, так спокойно. Вальяжно. Мы с тобой не начали. Так, Дим, дай ему дикет, он успокоится. Кинганфайр я вижу. Лисик вон бегает. Кинганфайр. Пацаны, девчонки, спасай! Лисик, ты сейчас опять умрешь! Ну, Лисик, беги! Нормально. Повезло, вы видели, это просто было на каких-то соплях. Так, пацаны, все, надо валить с этого этажа. Это тот вариант, когда мы, скорее всего, все сольемся. Вот он, бежит, ну и вы нафиг. Быстрее. Убил Лисик. Нет. Ай, блин, это жесть. Вот он, смотрим. Он сверху. Так, вы же понимаете, он может в любой момент спрыгнуть к нам. Жизни-то у него не тратятся, надо быть готовым. Боюсь. Все, ты щенок там стоишь. Давай, иди к нам сюда, мы тебя не боимся. Ну побежал. Ай, нет, я пошутил, я тебя боюсь. Я пошутил. А я уже ушел оттуда. Что ты? А я вот здесь. Он поднимается. Я вижу. Хакингафар. Так, подождите, еще ж Лисик монстр, надо быть внимательным, что их двое уже. Двое? А, реально? Капец. Опять сейчас бы... Ну куда ты полетел вниз? ОТВ! Там... Ты на том же месте упал, где я. Там на Харькона. Я же говорю, кто-то насрал на угол. Машка, Толкин сын. Идет. Так, никого сверху нету. Так, значит, он меня не убьет так. Прям подо мной ходит. Опасно. Так. Идет. Санек, конек. У меня косточки сами. Ну, беги! Вот и точка, давай, молодец! Молодец, по ступенькам он тебя не догонит. А просто и точка нахаркала, я поскользнулся. Я тоже. И точка, беги оттуда, и беги, он тебя убьет, и точка! Молодец, обманул, красавчик, быстрей! Как ты мансишь по-профессиональному, мне это нравится. Давай, иди ко мне, нафиг ты его ко мне ведешь, вот скажи. Дима, я иду по твою душу. Ты меня не убьешь. Я лучший выживальщик, сейчас будет выясняться, кто из нас лучше, и Тучка, или я. Да на как она была. А где он упал? Он упал. А мы везде нахарькали, чтобы они везде падали. Быстрее бомба просто. Дима, беги, там кого-то идет, по-моему. Я наверху уже. Кто-то есть? Нет, нету? Нету. Подожди, он может перебегать. Все, беги, быстрее. Там, там еще один поднимается. Ну ты красиво их обманывал. Поднимает. Это было четко. Да. Так, теперь я здесь. Так, наверху никого? Никого. Так, три монстра уже здесь. Четыре внизу там. Они контролируют просто. Да я знаю. Я сюда бегу. Дима, я тебя убить. Я тебя убить? Да. Мне не нравятся твои слова. Дима, обратно, они там. Да никого нету, не бойся. Никого наверху нет, смотри. Все четко. Там просто кот взял, сиганул вниз. Раз, два, три, четыре. Рыбки, наверное. Так, давайте перекличку. Кто еще живой? Я. А, нас трое. Шкатулкин батя бежит. А нет, он просто какая-то мотня. Это зайчик. Там зеленая сопля бежит. Ой. Ой! Иди сюда, и тучка. А, я упал опять. Это зеленая сопля упадает. Лёх. Отлично, ребята, как я их обманул по феншую, а? Ты что думаешь, я не умею бенни-хоппить, а я профессиональный бенни-хопщик. Как я их обманул, а? У меня все продумано до мелочей. Так, они думают, как же убить меня, ничего не получается.
А едучка, ты где? Я Бегу, бегу. Ты ненавидишь, да? Я тоже ненавижу монстров, я их боюсь. И да, заблокируйте ходы, просто блокируйте ходы. Шкатулкин батя бежит. Я заблокировал, да? Нас двое осталось. Ребята, все на верхний этаж, они тут. Так, так, так. Он упал? Вадим, иди сюда. Он спрыгнул. Ё-моё, нет, я не увидел его. Ну нет, блин, я так дернулся. У меня чуть волосы на голове не повыпадали. Ну ё-моё. И Тучка тоже слился. Я был последним, кстати. Хорош, хорош. Ну и Тучка, давай теперь ты начинай. Покажи, как надо. Ну попробую. И Тучка начинает решающий раунд. 3, 2, 1. Погнали. Летучка, вы с тобой братья. Не знаю. Так, ОЛТВ уже поднимается. Лисик бежит, ОЛТВ бежит. Не, я больше там не пойду, там на Хакан, я знаю. А я уже, видишь, я тут вы, я вытер. Я вытер и Тучкиными трусами это все дело. У, Дима. Ну а что делать? Вижу, вижу и Тучку. Ну давай, покажи вещи. Я постараюсь. Мне страшно. Не бойся, Лисик. Он сзади. Нет, нет. Лисик! Она умерла, что ли? Да нет, вроде бы все четко, все живые. Еще никто не слился. О, вон он идет по лестнице. Я иду. Так, я буду здесь стоять на всякий случай. Дима, короче, лайфхак, если он наверх бежит на этот, на противоположную лестницу прыгает. Я так и делал, я вообще в этом ролике очень круто паркурю между лестницами. 10 хп всего отнимает. Ой, фу, я тоже. Дима, я паркурю круто, но я не убиваю так круто, как вы. Ну, не, я вижу, ты даже подняться толком не можешь. У тебя толстая жопа, она еле идет по лестнице. Отрастился жопу. А я стараюсь просто, чтобы не упасть еще. Так, пацаны, он на предпоследнем этаже. Так, быстрее, уходи. Да уходи, ну не стой, ты видишь, я ОЛТВ на Харькона, я же говорил. Осторожно, надо быть. Ты опять, ну спасибо, Дина хакал там. Вы видели, как он упал? Рахи! Ты в самый низ упал? Да. Блин, так подавиться можно от смеха. Ну что ты, Тучка? Миша, все фигня, давай по новой. А, их уже двое. Ну фуф, ну что вы все сливаетесь? Ну вы чего? Ну давай выиграем, ничего не было, я живой. Все знают, что и ролики люди честно записывать. Ну проиграл, все. Оба, ах, пацаны, привет. На предпоследнем этаже. Лисик, беги! Лисик, спасайся! Мы в тебя верим, ты сможешь! Так, ну куда ж ты бежишь, ну Лисик? Ну блин, ну что ты сделала? Ненавижу ли? Вот он в темноте был! Хитрожопая кабака! Ты чё? Нет! Нет! Блин! Ну ё-моё, да я, блин, случайно упал, ну ёкало-мнекало. Поскользнулся, да? Ну да. На харчке. Я не рассчитал немножко на Харькона, ну видишь, все, весь ролик, все люди так делают. Так, хорошо, давайте, а кто живой? Анёк, сейчас убью его. Он один остался последний? Да ты! Я ещё жив. Почему? А, ещё ты жив, хорошо. А я не вижу никого больше. А он наверху сам? Вижу. Убил. Молодец, молодец. Так, и кто еще живой? Санек последний. Санек и я. Конек. А, их двое. Санек. У меня косточка сломалась. Все, все? А нет, еще кто? А кто живой? Я нашел Кинга Флайера. Кинга Флайер, ты где? Он на втором этаже, он на втором этаже. Все, летим вниз. Бум. А, вижу его, вижу. Где? Вижу. Ну куда ж ты падаешь? Я его убью сам, пацаны. Пора мне его. Ты что, с ним самый хитрый, да, говоришь мне? Да ё-моё, я всех ем, и меня все едят. Все, его убили. Блин, прикольно получилось. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд и Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока-пока.